Здравствуйте, дорогие друзья! С вами интернет-канал Максимадзе. И сегодня мы с вами продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. Кровь, смерть, искупление 2. Можно так сказать. Короче говоря, у Артура здесь на костюме звезда, которая означает, что мы работаем помощником шерифа Грея. Мы можем отправиться к Греям, а можем пойти к Молли Уши. У нее есть задание для нас, насколько я понимаю. Самоглый Джек, блин. Ну и как тебе это местечко? Неплохо, приятно посидеть у воды. Да, пока сойдет. Давайте сходим там, где ближе. Да, мисс Суши. Да зови меня просто Молли. Что с Датчем? Ну то есть он по-твоему нормально сидит? Да, вроде бы как всегда. Я люблю его, действительно. Но если он... Как он всегда говорит, преданность прежде всего. Но... Артур! Извините, мисс Суши. Чего тебе нужно? Я принес дар. Великий дар знаний. Значит, я кто-то тебе дал наводку. И я должен рисковать своей шкурой и заработать себе на денежки, да? Пока ты тут прохлаждаешься. Знаешь, Артур, цинизм очень тебя старит. Это злоба изнашивает тебя и добавляет тебе морщин. Ну, как скажешь. На поручение свое прибереги какого-нибудь другого дурака. Билл, подойди ко мне. Будешь моим другим дураком. И ты, Чарльз. Ты о чем это говоришь, а? Мы можем организовать налет. Если ты пойдешь на дело вместе с нами, у меня серьезная протология. Да, ты протологический лжец. Ну зачем же так? Я, Чарльз, я тебе хоть раз лгал? Да мы едва знакомы. Да ребята, соглашайтесь, работа прикольная. А я возьму лишь небольшую комиссию с вас. Надо сделать это сейчас или никогда. Значит никогда. Ай, господи, это боже мой. Хорошо, я согласен. Кого грабим-то? Телега, на которой везут зарплату для рабочих, и которая ненадолго останется без охраны. Когда будет проезжать перекресток неподалеку, это там, где разрушена церковь. Потом она присоединится к каравану. Очень легкая добыча. Если нам заплатят или тебя подстрелят, я буду доволен. Ты больной человек, Артур Морган. Очень больной человек. И не говори, да. За мной. Умники несчастные. Это ты как пронюхал-то, старик, а? Мы тут всего ничего пробовали-то. Пока вы там рыбу ловили, или законников изображали, или фиг знает чего еще, я делом занимался. Искал ближайший питейный дом. Эй, если тебе деньги не нужны, то сделай нам одолжение и возвращайся домой. Слушайте, хватит уже спорить, а? Эй, ну хоть раз поверьте мне, ладно. Я занимался уже такими делами, когда вы от горшка два вершка были еще. Раз в 10 лет еще может быть. Так такое именно, какое это дело, проверно спрячься. Я же говорил, каждую неделю тут проезжает повозка с деньгами. К северу отсюда они меняют конную охрану. Какое-то время едет одна, перед последним перегоном дороутся. Так, подождите. Наденьте маски. Они проедут впереди и по перекрестку. Когда? Да скоро, Уильямсон. Успокойся, ради бога. Он должна приехать. Вот-вот. Действуем чисто и тихо. Вот она. Видите, джентльмены? Как часы прям. Эй, остановите телегу. И я сказал, остановите Лего. О, не делай глупостей. Не пытайся нам причинять вред. О, знаете, парни, я не хочу, чтобы вы меня подстрелили. Но это ошибка. Я работаю на керосиновую фабрику
Мистер Леви это Корнуолла. Ну да. Так что, так вы его знаете? А кто же его не знает? Говорят, что у него так много денег, что он даже не сам не знает. Еще как знает. Короче, кто-нибудь, проверьте груз. Ну, давайте посмотрим, что внутри. О, тут почти 1000, наверное. Черт, кажется, я что-то вижу. О, ну зашибись. Артур, бежим. Есть пушка получше. Эй, бросайте оружие сейчас. Он носит ноги, надо избавиться от этих гадов. Молодец, дядюшка. Самую охраняемую территорию в мире ты нашел. Их что-то много сильно. Куда мы вообще идем, черт возьми? Подальше куда-нибудь отсюда. Что за идиотский вопрос, а? Вперед! Они уже отстают. По-вашему, они отстают? Ай. Меня сейчас догонят и убьют. Ну, капец. Сейчас заново придется валить от них 2 часа. А перед этим нам еще полуторачасовую загрузку подождать придется. Возьмем лучше револьвер обычный. Нет, лучше все-таки пушку взять. И такой даже хватит. Умирать они не хотят. Блин, а что мне делать-то надо? Если просто валить, они нас догоняют и убивают. Попробуем, конечно, просто свалить и ничего не делать. Но они тоже попадают и стреляют. Как видите, вот сейчас даже. Будем вилять туда-сюда, чтобы уворачиваться от пуль, которые летят. Куда же мы едем-то, черт возьми? Да подальше отсюда. Что за идиотский вопрос, а? Дайте я хоть вот этого застрелю. Можешь ли ты быстро скакать, когда нужно, а? Да замолчи ты, Уильямсон.
в лесу спрячемся. Оторвемся от них и поедем дальше. Надо переждать деда, а то вдруг мы их в лагерь еще увидим. Да, пожалуй, ты прав. Фух, да блин, что такое, а? Скорее, пока они нас не догнали. Так, давай, валяй отсюда, я тебя позже найду. Ладно, надо спрятаться. Дождемся темноты и выберемся отсюда. Чарльз, ты пока постой на стороже. Ага. А мы передохнем. Да, будет ночная перестрелка, и она сложная, кстати, очень достаточно. Ладно. Пора выбираться отсюда. Заткнись, старика. Эй, я просто хотел... Да заткнись ты уже, блин. Там свет. Вон там дома. Ладно, давайте сохранять спокойствие. Давайте проверим. Ты здесь живешь? Ну да, вроде того. И ты ничего не слышал? Я... Дружище, давай ты мне просто расскажешь, что ты там слышал, блин. Рассказывай давай, блин. Я не... Ну да, я слышал какой-то там шум возле хлева. И это точно было не я. О, надеюсь. На это. Ладно, Куперфорд. Загляните вот в этот хлев. Есть. Блин, они сюда идут. Прям сюда. Прям вот в этот, прям вот в постройку, в которую мы спрятались. А у нас нет ножей, которыми кидаться можно. А мы вообще оружие достать не можем. Мы вообще не можем оружие достать. Вроде никого не видно. Ну да. Ты посмотри внутри, а я вокруг посмотрю, обойду. Ножей нет метательных? Есть. Вау! Ну зачем ты стрельнул-то, а? Я хотел по-тихому нож в него кинуть и также всех остальных спокойненько. Нет, нет, кто-то выстрелил. И шум поднял. Теперь с той стороны. Так, теперь с этой стороны. А, нет, теперь с той стороны есть тоже. Так, теперь опять с той стороны. Блин, бил загораживает, ничего не вижу. Надо превратиться. Ой, это самое.
выбираться отсюда, а то превратимся в сгоревших. О, осторожнее. Да блин, меня застрелили. Я не успел нагнуться. Хотя я пытался, нажимал, он не хотел ничего делать. О, контрольная точка прямо в тот момент, когда мы сдохли. Это очень хорошо. Блин, из-за огня ничего не видно вообще. Спрячемся в лесу. К лесу вперед. Куда мы направляемся, Билл? Попробуем скрыться в лесу просто. Давайте разделимся, сбьем их с толку. Артур, ты пойдешь со мной. Будешь глупить, Уильямсон, на помощь в следующий раз не приду. Они идут сюда. Это прекрасно. Главное не шуметь. Твой слева, мой справа, понятно? Справа от тебя или от меня? Может, еще один ножик кинуть в него? Я промахнулся! О, кажется, парни угодили в перестрелку. Мы еще один метательный нож взяли. Или это тот же? Это тот же, наверное, который я кину. Который я кинул. Ты где? Куда ты спрятался, болван? Не успел выстрелить. Все живы? Да, более-менее. С тобой потом разберусь. Но как же деньги? Да, Корнуолл теперь нас будет выслеживать. Это большая ошибка. Разделимся быстрее. Только не шумите. Фух, жесткая перестрелка была. Очень жесткая. Нам опять, как всегда, мало досталось. Нам же всегда мало достается. Ну и у нас есть, как всегда, два выбора. Первый — это Ленни. А второй — Грей. И кому бы нам лучше пойти, к Ленни или к Греям? Это хороший вопрос. И я даже не знаю ответа. Наверное, лучше к Лене пойдем.
Ну что ж, сейчас мы доберемся до Лени. Тут бежать далеко, поэтому я это обрежу. Чик-чик-чик. Да, короче говоря, я пришел. Лени вот сидит здесь. Артур, ну и чего, парень? Сильно занят? А что? Ну нет, разве что хочешь за золото молохов, которое, по мнению дача с Хозией, лежит и ждет, когда его украдут. А что? Есть одно дельце. Прибыльное. Я говорил в Роудсе с другими чернокожими, они сказали, что в болотах к востоку отсюда сидит шайка недоумков, которые считают, что война не закончилась. Гражданская война? Да. Спустя 13 лет пламя все еще лушует в головах этих ослов. Ясно. Но это не самое интересное. Эти болваны торгуют оружием. И время от времени к ним в руки попадают изрядные суммы. Они много лет продают оружие на Кубу или в Южную Америку. Короче, приятель, с которым я говорил, считает, что сейчас у них скопилось много денег. Но даже если, хотя даже если денег нет, то наверняка есть оружие. И что, все это богатство хранится у них? Да. Ну, можно, наверное, глянуть. Полностью согласен. Мне сказали, что они сидят в одном месте. В самой гуще леса. Ладно, погнали. Лени, блин. Я с самого начала надеялся, что ты пойдешь. Если все, как мне сказали, там будет проживаться. Посмотрим. Давай, на, со мной. Знаешь, кажется, я уже встречал этих психов. Ты что, опять пил? Нет. Ну, то есть, да, но это к ним отношения не имеет. По-моему, кто-то из них напал на нас с Эдди, когда мы возвращались с припасами. На мисс Садлер? Да, и мисс Садлер неплохо справилась. Даже более чем неплохо. Она страшна в гневе. Вообще мне показалось, что это те же самые ребята. Да уж, в штате Лейман злобные, недалекие голландцы никогда не переведутся. Неужто все... Настолько по-другому в этом штате. Да, похоже, так и есть. Эти парни немного старомодные, но я не заметил ничего. При всем уважении, Морган, ты не мог заметить. Если бы нас с тобой увидели, тебя бы обозвали бы любителем негров еще, наверное. Но, вероятнее всего, просто скользнули бы взглядом. Ну а потом пришли бы за тобой ночью. Ну, на западе? Да, на западе. Это на западе. И вы, ну, народ порядочный, там все подряд. Просто у некоторых людей в этих краях, у них другие суждения. Тогда, видимо, тебе нелегко придется, Лени. Мне жаль, что ты в этом во всем увяз, конечно. Но их золото все еще блестит, и пушки стреляют точно так же. Так что я собираюсь вобрать из всех этих ублюдков. До нитки. Отлично. Кроме того, это лучше, чем в Blackwater. Вместе с тобой и со мной. Да уж, это точно. Куда мы едем-то вообще? Это задание длинное, по-моему, кстати, будет. Если не ошибаюсь. И выпуск, соответственно, длинный будет. Кажется, мы уже рядом. Это старый особняк, который стоит где-то в бою. Действуй медленно, будь осторожен. Если ты, как ты говоришь, эти психи вооружены до зубов, надо какой-то план придумать, прежде чем в нас палить начнут.
Само собой. Они сказали, найди старое поле вот здесь. Останки пушек времен гражданской войны мы нашли. А где же логово наших брявых вояк? Впереди церковь. Видишь, там должен быть их наблюдательный пункт. Говорят, что между церковью... Да-да-да. Между церковью, конечно. Развалено тут все уже, я смотрю. А, нет, это задание будет не сильно длинным. Я вспомнил, что это за задание. Вспомнил. Посмотри на поле. Представь, что тебе тут пришлось сражаться. Да, и вообще бы не хотелось бы этого мне. Притормози, давай осмотримся. Я понял. Похоже, здесь никого нет. Мы точно не знаем. Давай поищем. Ты это слышал? Кто-то едет. Так. Видел старую церквушку, она показалась интересной, почему не знаю. Ладно. Давай. А, повозка? Ну давайте за ней. Будем держаться на расстоянии. Просто как два левых человека на дороге. Которым на все пофигу. А у них там что, динамит, что ли? Да, похоже, мы что-то нашли. Кажется, я что-то вижу в конце аллеи за деревьями. Возможно, это оно. Возможно. Спокойно, спокойно пока. Эй, вон та усадьба, наверное, это и есть, Шейди Бель. Ух ты. Пожалуй, лошадей можно оставить вон там, в стороне. Согласен. Ух ты, какой особняк тут. Блин, извини, я что-то засмотрелся на особняк на этот... Красивый. Пойдем. Вот возле той стены. Возьми снайперскую винтовку. Я зайду с другой стороны, и ты прячешься здесь. Так, снайперская у нас есть. Интересный особняк. А в нем что-нибудь полезное есть? Да, они вооружены тут прям как ополчение. И у них и динамит, и куча разных пушек, и все такое. Всюду эти люди рядом с крыльцом. Ящик с динамитом я ни с чем не спутаю. Что-то нашел, да? Да, что-то нашел. Можем напасть в лоб и устроить черный бой. А можем также отправить тебе туда одного, якобы с дружественными намерениями к этим типам. Главное, собери их в одном месте, а я начну стрелять. Пожалуй, это самая тупая идея, которую я слышал, но я всегда готов устроить представление. Так, ну и что будем делать? А что бы нам делать? Выстрелить в динамит? Или отправить Лени туда. Я люблю взрывы. Давай взорвем. Мы просто на них нападем. Актерство перебереги свою для Хози и женщин. Ну, сойдет. Я люблю взрывы, поэтому давайте... Бомбанем. Плагучие не люблю, конечно, взрывы, но... Ой, блин, особняк тоже подзорвался немного. Да блин.
Так, кто еще? О, пулеметчик. Хорошие пушки у них, походу. Дайте сюда винтовку снайперскую, я не могу дотянуться до нее. Глаз у нас уже разряженный почти. Ты еще жив, приятель? Да, сам не знаю как. Все, никого больше нет? Быстрее, наверняка вся округа слышала шум. Наверняка кто-то сюда едет. Ну, давай посмотрим, какое у них тут оружие есть. Они торгуют оружием ведь, да? В этой повозке наверняка есть что-то. Давай-ка посмотрим. Ух ты! Куча новых винтовок. Можем их продать, да? Как пить дать, а все остальное потом осмотрим. Ну, погнали. Интересное местечко, и особняк тоже прикольный. Мне прям интересен. Может быть, как-нибудь прогнать отсюда всех этих бандитов и лагерь тут устроить? Как вы считаете? Хороший тут лагерь был бы в особняке в таком вот заброшенном. Надеюсь, там что-то ценное внутри есть. Так, всадники в нашем направлении, не кричись. Эй, стойте! Что за черный приятель выезжает из Шейдибель? Мы с вашими братьями говорили о делах. Вы не похожи на людей, с которыми мы стали бы вести дела. Совсем не похожи на правду. Одновременно управлять повозкой и стрелять — это уже выше моих возможностей. Еще и врезаться в дерево. Так, ну что ж, они исчезли, да? Будьте, у нас все получилось. Сперва доберемся до лагеря, уже потом будем это все утверждать. Я знаю, что Шон приносил добычу, но я-то никогда ничего подобного не доставлял. Шон, трепло и хвостун. Тебе незачем смотреть на то, что он делает. Это он, мне нравится. Ну, мне тоже, вопреки здравому смыслу, но ты о себе только главное заботься. Шона не было со мной давно, нам пришлось его вытаскивать из Blackwater. И я, и Дач. Мы те, кого надо слушать. Мы знаем, что ты делаешь для этой банды. Мы это видим. Продолжай в том же духе, и я... И для тебя жизнь тогда меняться начнет.
Эй, лагерь уже там, за теми деревьями. Давай доберемся туда. Эй, это Артур и Ленни. Вы вернулись? Винтовки что надо. Правда? Пожалуй, одну оставлю себе. Знаешь, с тобой приятно работать, парень. Ты умеешь драться. Да, ты тоже. Всегда пожалуйста, Артур. Такие вот дела. На этом мы с вами закончим эту серию тоже. Пожалуй. Как тебе нравится здесь? Не знаю, пока вроде ничего. Такие ловкие дельцы и сибиряне, как мы, могут сорвать здесь неплохой куш. Ну вот, значит, кто мы. 13 лет спустя мы мстим за убийство твоего отца, да? Тут есть золото, Артур. Золото? Ну, как скажешь. Что ж, на этом мы закончим эту серию тоже, пожалуй. На этом все, с вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на этот канал, также подписывайтесь на это самое, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.